Друзья, всем привет! Совсем недавно, буквально на днях, компания Dugi представила для нас с вами свой новый среднебюджетный суперзащищенный смартфон, который получил название DK10. Я, собственно говоря, сегодня здесь для того, чтобы вместе с вами посмотреть, а какой получилась данная новинка. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Новинка получила AMOLED-дисплей на 6,67 дюймов с разрешением Full HD+, 2400 на 1080 точек, это 395 ppi, частота обновления здесь 120 Гц. А в сердце у нас располагается процессор от компании MediaTek, это Dimensity 8020, я вам напоминаю, 8-ядерный чип с тактовой частотой 2,6 ГГц. Здесь у нас 4 ядра Cortex-A78 и 4 ядра Cortex-A55, а также графический ускоритель Mali-G77MC9. В тестах данный чип выбивает примерно 800 тысяч баллов. По оперативной памяти все просто шикарно, но только один вариант. 12 гигабайт. По внутренним накопителям та же картина. Все шикарно, но только один вариант. 512 гигабайт памяти. А также у нас здесь заявлена поддержка microSD флеш-карт до 2 терабайт. Еще из интересного по коммуникациям. Здесь у нас двухдиапазонный Wi-Fi, есть Bluetooth, есть поддержка сетей нового поколения 5G, а также GPS, GLONASS, Baidu, Galileo и датчик NFC. Для зарядки и передачи данных используется Type-C. Также в корпусе у нас располагается сканер отпечатка пальцев на боковой грани, а прямо из коробки новинка работает на операционной системе Android 13. Ну и так как это суперзащищенное устройство, данный смартфон защищен по всем основным стандартам. От влаги и пыли по стандарту IP68, IP69K и по армейскому, американскому стандарту MIL-STD-810H. А на задней стороне устройства у нас располагается блок камер, состоящий аж из 4 модулей, основной из которых на 50 мегапикселей. Это датчик от компании Samsung SSL-GN1. Далее широкоугольный модуль на 50 мегапикселей. Данный датчик можно также использовать для макросъемки. Третий модуль для ночной съемки на 64 мегапикселя. И четвертый датчик телеобъектив на 16 мегапикселей. Здесь у нас заявлен оптический зум 4x. А на обратной стороне в панч-хол вырезе посередине экрана сверху для ваших видеоконференций и селфи предусмотрена фронтальная камера. Она на 50 мегапикселей. А за автономность у нас отвечает батарейка емкостью 5150 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 120 Вт и с поддержкой быстрой беспроводной зарядки на 50 Вт. Ну что ж, друзья, вот такую вот новиночку для нас с вами представила компания Dugi. Я вам напоминаю, среднебюджетный суперзащищенный смартфон, который получил название Dugi DK10. И теперь мы с вами плавненько переходим к тому, ради чего мы здесь с вами и собрались, а где можно приобрести. Отвечаю на поставленный вопрос. Как всегда, по традиции, приобрести данную новинку можно на площадке AliExpress. Для этого все ссылки на товар, на продавца, на официальный магазин я оставляю в описании к данному видео. Переходите, смотрите и заказывайте. Тем более, что для первых покупателей, как всегда, продавец приготовил, ну, просто отличные скидки. Важно перейти, посмотреть, последить, урвать купоны продавца и урвать данную новинку по супер приятному ценнику. Ссылки в описании. Итак, друзья, вот такая вот у нас новиночка, вот такие у нее характеристики. Что думаете вы по поводу Dugi DK10? Свое мнение отпишите в комментарии к данному видео. Хотели бы вы себе приобрести данную новинку? А если хотели бы, отпишите, на замену какому гаджету планируете приобретение. Также отпишите, даже если не планируете приобретать, как вам по вот этим характеристикам данный смартфон, понравился или нет. Ну и пару слов о том, если у вас какой-либо опыт эксплуатации вот таких вот смартфонов от компании Dugi. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Дзен канал, на мой Telegram канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!